Трехэтажное здание школы на пятой просеке уже возвели. Работы одновременно ведутся по всем направлениям. Снаружи идет утепление фасада, обустройство кровли и прилегающей территории, а также монтаж инженерных коммуникаций. Завершается обустройство игровых площадок со специальным покрытием. Внутри также ведутся активные работы. Сейчас уже начинаем делать чистовую отделку. В санузлах выкладывается плитка, в столовых прием пищи. Делается уже чистовая отделка. Вся школа по периметру будет ограждена забором. Плюс дополнительно все игровые, спортивные площадки будут еще своим забором ограждены. Образовательное учреждение рассчитано на 600 детей. Кроме учебных классов, актового зала и столовой, в школе разместят два спортзала – большой и малый, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Школу строят благодаря нацпроекту образования, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Строительство объекта на контроле у областных и городских властей. Внешние работы на коммуникациях планируется завершить в течение месяца до конца строительного сезона. У нас все инженерные системы уже будут выполнены где-то к концу ноября, то есть на зимний период у нас каких-то таких работ, связанных с земельным циклом, уже не будет на объекте. Будем заниматься внутренними работами, обвязкой, инженерными системами. Сдать образовательное учреждение должны до конца года. Чтобы уложиться в сроки, 200 строителей работают круглосуточно в несколько смен. Мария Ильчан, Василий Колдашов, «События».